Всем привет, с вами Нек, ну или же qnek.stvh, и сегодня мы, спустя 2 года, наконец-то опять играем на Half-Life, на серверах. Сейчас выберу любой сервер, допустим, ну, не с ботами, конечно, будем играть, я уже натренировался с ними, допустим, этот сервер. Очень давно я снял последнее видео, очень давно я про Half-Life, 2 года назад. А в принципе вообще я последнее время стал играть. А да, тут по командам распределение. Ну, разомнемся, поиграем на этом сервере. Я эти все 2 года учил какие-то трюки, прострелы с Гауссом, паникоп. Бинды, допустим, даже. Давайте возьмем дробовик. А, да, как видите, я еще убрал анимацию. перебора, допустим, оружия. Так, выскажусь. Я взял Гаусс, меня убили. Игроков очень много. Я думаю, все-таки имеет смысл пойти на сервак с активом поменьше, но при этом должна быть карта Crossfire. Допустим, здесь один человек. Давайте попробуем здесь поиграть. Ну, видео, наверное, будет долгое. Потому что я давным-давно хотел снять про Half-Life. Ладно, не будем этот сервер брать, потому что, блин, там все скачивать. Так, ну, нет, тут актив одинаковый, поэтому, ну, какой-то вот сервер. Отличный пинг сейчас был. Ну, думаю, на этом и поиграть. Не знаю, можно ли, конечно, скачать читы на Half-Life, допустим, тот же AIM, тот же ВХ. Но вот это я не считаю читами. То есть, давайте пройдем вот сюда. Вот так вот сядем сюда и стрельнем сюда. И можно убить человека. Так, давайте убедимся в том, банихом здесь разрешен или запрещен. Сразу говорю, я не профессионал, я любитель. Ну, типа того, здесь он разрешен, но почему-то, вот, допустим, скорость 800 скидывается до 300 и снова 800 во время прыжка. Или, точнее, приземления. Какая-то фигня происходит. Ну что ж, давайте, все, мы готовы к игре. Так. Чувак знает толк в Гауссе. Так. Ага. Поехали. Ладно, сейчас надо разыграться. Я еще темно, немножко сонный, поэтому такой и берет Гаусса какой. А я дробаш беру. А, понял, бессмертный. Да, капец. Итак, давайте показывать прострелы буду. Какие знаю. По мере фискивания. Это не прострел был, но все равно красиво. А, 3 патрона, ну, понимаю. Вот. Видите, давайте разгонимся с Гауссом. Смотрите, что происходит. Вот скорость 900 и 300. 900, видите, да, сами?
эти рывки странные. Ну и бинды у меня не стоят. На X у меня стоит дробаш, на C или на C, если я по-английски говорю, а гаусс. Ну что ж, первый прострел. Дальше у нас есть здесь чувак, а мы его прострелим. Ну все, готов. Вот, это был прострел. Он не умеет ходить. И что-то жестко стрелял сейчас по мне. А. Один АФК. Давайте попробуем. О, получилось, видели, да? Классно. И здесь. А, там один чувак вообще заряжал костюм, а ему помешал. Сейчас он за мной будет бегать, да? Окей. Ну и пока играю, порассказываю, может, что-нибудь. Я не смог найти прицелы экзека, точнее смог найти, но они почему-то либо удалены, ссылка на скачивание, либо заблокированы, я так и не понял. Поэтому играю вот с каким-то таким дурацким прицелом. Вот элементарный буст, и также я сейчас тренирую джамбак. Вот, допустим, вот на это. Блин, не получается. Это жесткое волнение, на самом деле, вещи. А, ну и суициды мои любимые, блин. Обожаю. Так. Так, поставим на паузу. Мы продолжаем. Я не знаю, зачем это говорить, если для вас это просто мгновение было. Это пауза. Серваку плохо, да? Очень плохо. Найс. Найс. Классно. Ну ладно. Допустим. Пойдемте сюда. Не понял. Это то есть у меня Wi-Fi решил сам по себе остановить работу. Когда я записываю это, что ли, специально, да? Ага, классно. О, нет. Отошел. Просто Half-Life, тут есть сервер хороший, но он пустой. Не знаю, после этого хороший он или нет. Так, ну мы начинаем по новой. А там чувак взял эту штуку. Возможно, заряжается сейчас. Но мы его... Так, а он здесь. О, убил. Как-то здесь грустно. Еще вот такой прикол. А, классно. Пока все норм. А, ну ладно. Сейчас еще раз. А, все, не смог, да? Все, спать. Ну или как он будет после этого спать, если он в мясо разлетелся, ну ладно. Так. Спасибо. Моя благодарность тебя убить. У меня пистолет вроде был. Так, у меня с мышкой как что-то. Да блин, все мне мешает записать видео. Как обычно. Так, давайте не будем
в молоко хреначить запасы. Вот, сейчас я с Костей иду. Я играю также с моими друзьями, с одноклассниками. Играл именно в мультиплеер, соревновательный режим. Но я не, честно, мягко говоря, в афиге с того, как я такие вот понты делаю. То, что сквозь стену убиваю. Они на самом деле думают, что это читы. Мы знаем, что это не читы. Может, кто-нибудь знает? Ну да, я сейчас метки буду. Достаточно. Вот такое убийство. Вот такое убийство. Они считают читы. Окей. Вот такое. Тоже вот, сквозь стену. Вот здесь вот можете видеть очки. Точнее, так сказать, вывод новостей о том, кто кого убил. Я кого-то убил. Очень жесткий. Так, очень жесткий способ. Вот сейчас. Ну, да. В общем, тут цель игры убивать. Опа. Вот. Он стоял здесь. Я в стену стреляю интуитивно. Предполагаю, где он находится. И убиваю. Вот такое убийство. А, у меня 6 хп. А, ну понятно, да. Ну да, получается. Пока. Чё? Стою. А, все, идем, скорее. Делать это хочу. Опа. Так, запустимся немножко. И тут какой-то чел жесткий зашел, я понял. Жесткий чел. О, видите? Это он сквозь стены убивает. Это не он ко мне притопал и убил меня, это просто сквозь стены он убивает. Тут один пылесос взял. Ну, не играть не умеет. Ну ладно. Все мы когда-нибудь играли с пылесосами. Но я вроде больше не играю. О! Получилось. Ну это чувак кто-то слишком агрессивный. А. Да. Вот такое я просто люблю. Мягко говоря. Никто это не любит. Я не люблю. Это был сарказм. Какие еще можно показать приколы? Баги Гаусса. Ты Гаусс пушки. Давайте, вот. Они туда идут, мы их ждем. Сейчас кто-нибудь пойдет за Гауссом. А, нет, понты какие-то тут. Блин. Я с кроссбоу не очень. А куда? Ты куда? А. Здравствуйте. Здравствуйте, не сдох. А, у меня же костюм. О, спасибо. Только Гауссу дали. Тихо. Не-не-не. О. А. Ну ладно. Так. О. Вообще хп не нанес. То есть у меня небольшой такой. Такая небольшая отдача была. Но дамага я не получил. Смотрите, там кто-то заряжается. Здравствуйте. Здравствуйте. Стой. Все равно все это расшагает. Все равно все побегу. Еще один появился. Окей, найс. А это, кстати, я еще модель туда поставил. Ай, больно. А Гаусс никто не возьмет, понятно? Ой, чуваку плохо. Гаусс мой. Его не трогать. Опа. Ну давай. Ну кто-то жестко дамажит. Нормально. Так. Ой, извиняюсь. Я же сказал только что, что не играть. Я не ожидал, что в этом паке будет пылесос. Но вот это мне нравится.
Вот этого нет. Вот сейчас хороший разгон был. На самом деле. Но я ему хотя бы сюрприз. Ну ладно. Вот видите, да? То есть вот там вот желтая, оранжевая такая была точечка. Это место, куда он стрелял. И, собственно, он побил меня сквозь стены. Чисто интуитивно предполагая, где я нахожусь. И вот он угадал. Какие-то тут жесткие челы начали играть. Я-то хотел всех наказать, а в итоге все наказывают меня. Ну ладно. О, спасибо за гаус. Вот так спокойно. А, может писать летсплей по Майнкрафту на B2? Ну, не знаю. У меня летсплейщик фиговый, но... Поиграть-то на камеру можно. Ой. Что еще? Вот это я меткий, вот это я сильный. И мне, знаете, не обязательно заходить в это здание, в этот бункер, потому что я могу и без него обойтись, не умерев. Если... я думаю, успею взять гаусс. Вот смотрите, слышали, да, что там произошло? Я просто вот так вот подлетаю и вуаля, я живой. Блин, я просто угораю, с такой высоты упасть и 10 хп снять себе. Блин, ну серьезно, не доработать вот такую мелочь? Ну ладно, но это даже лучше. Ах так, да, ну лавер пока. Или... Слушай, ты какой-то жесткий. О, да. Тихо. Сейчас. Опять спустим. Ты, чувак, очень жесткий. Давай. Гаусс против этого. Чё зассал? Что это за панты сейчас? Да, капец, что происходит. Ну, я не буду бомбить, на самом деле. Не хочу. Но, блин, что-то чуваки жесткие играют. Ой. А, с пистолета снял, да? Ну, ладно. Не, ну я знаю, что так можно, это не читы. Просто я вот с этой... Расстояние с этого... Вон там чувака с дробаша снял. Однажды. Ну, это да. Это допустимо. Я полетел. Давайте какие-нибудь еще трюки поделаем. Ага. Вижу. Ну ладно. Я с этого написать. Минус 2. А, да. Минус 2. Йоху! Ну, так, у меня не минус 2, минус 3. У меня не минус 3, минус 2. Ну, ладно. Ку-ку. Да капец он меткий. Ну ладно, на этом сервере мы поиграли, давайте какому-нибудь... Ну да, вот этот вот. Ям Фоверер. Мой инглиш на высоте. Ага, все там. Ну давайте воспользуемся этим багом. Смотрите,
Опа. Опа. А я просто стреляю в лампу. И... Уже чел вышел. Обалдеть. Так. Да, это была пауза. Это пауза на минималках. И тут три игрока, поэтому ништяк. Вот у нас Ленин. Ну, тут все. В общем. А, живой, да? А, живой, да? А, ну да, получается. Ну, ладно. Вот это сейчас красиво было. И вот это тоже красиво. Еще густ. О! А, хоп, здесь не работает. Ну, и нафиг надо. Почти. 5 минут осталось до респавна, да. Перезапуска сервера, ну или не сервера, но карты. А, ну суицид, ну да. Ах так, да? Слушай, ну если у тебя есть пылесос, ты не знаешь, что ты крутой. Опять FPS проседает, ну что ж такое? Игра 1998 года проседает FPS. Я обожаю это. Ну-ка, где хочу. Опа. Думал, я его не замечу. Кого я стреляю? Ага. Ой, вышел. Давай. Ой, блин. Что происходит? Вот это красиво было, опять вышел. Все, я поехал. Опа, пылесосера наказали. Окей. В смысле ты меня не убил? Я не хочу умирать, понимаешь? А! Ах ты! Пылесос взял, да? Это знаешь, что значит? То, что ты не про. Понимаешь? Пылесосом может каждый. А вот с дробашом? Нет. Понял? Слышу галс. Да, это уже капец. У меня тоже ведь РПГ есть, я же тебя сейчас накажу. А, икаем. Ну-ка. Ага. Это что там творит, это глаз? О-о-о, я залип. Ништяк. Вкусно. Так. Тут некоторые могут не понять моего юмора. Ведь слово «вкусно» в нашем, в моем классе это уже настоящий мем. Потому что на уроке математики, точнее алгебры, мы сидели на... Да, спасибо за суицид, Гаусс. Мы сидели на уроке. А математичка... Да опять, это что такое? Математичка объясняла тему. И тут возникла такая пауза, и я эту паузу решил разбавить словом «вкусно». Я сказал очень громко «вкусно», и учительница по алгебре отреагировала следующим образом. Она просто сказала «да». Слушай, о, спасибо.
И из-за этого я сейчас постоянно говорю вкусно. Фит! Доигрались. Фит! Фит! Доигрались. Фит! Доигрались. Минус. А! А! Минус 3. У-ху! В курсе, что у меня дробаш есть. Слушай, далеко ты не убежишь. Всё. Минус 4, кстати. Да, я поставил бинды, но ими не пользуюсь. Ну блин, я гений. Я по старинке. Тихо. Почти. Ну Гаусс-то все равно здесь. Сколько? Я хочу суицид. Гаусс, давай. Спасибо. Гаусс послушался. Ну и мы снова сейчас будем разрывать. Так. А, так слушайте, то есть, в принципе, несложно будет попасть в топ, я так понял. Собственно, давайте это сделаем. Я его не убивал с пылесоса, он сам убился. Поэтому вы тут на меня не кричите. Так, сейчас сяду поудобнее. Да, 26 минут уже записываю. Ну, вот такой у нас ложек. А, ну ты Mozilla Firefox. Ой. Ага, ага, хорошо. Вот такой я бываю косой. Потому что я не думал, что он будет стоять на месте. Ого. Он здесь был, нифига себе, я угадал. Ну такие прострелы еще красивые. О! Вкусный человек идет. Боишься, да? Чего? Ну ладно. Посмотрим, кто тут еще бомбочкой будет всех убивать. Здравствуйте. Игроку плохо. А так бы у него минус 2 было. Ага, понимаю. Все. Рип. Окей. А че это мы ушли? А че это мы ушли? Хоп, enabled. Ну, что-то не похоже на то. Слушай, чувак, ты где? Я тебя жду. Ага. Спрятался. Сейчас все ливнут, надо все-таки по лучше играть. Точнее, по не так агрессивно. Потому что то сейчас этот чувак еще ливнет и все. Буду один играть сам собой. А-а-а! Слушай, пока, 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 пока! Пока! Ну да. Вот эта пачка тут улетела далеко. Что за iPlayer dropped? Он и не подключался. Вот сейчас только подключился. Сюда. Все равно же убила. Чё так? Здравствуйте. Здравствуйте. Минус 2. Минус 3. Тихо. А. Тебе пофиг на меня. Окей. Я беру Гаусс.
Чего? В такой дистанции я не думаю, что так суицид возможен. А, пока. Слушай, у меня гал. Прям вот рядом с ним пролетела. Спасибо. Все равно чувака убил. Ну, блин, какой плохой. Слушайте, здесь есть такая команда? Есть. 317. Ага. Поехали. Так, надо не умирать. Надо все-таки поднимать свой скилл. Кс-кс-кс. Вкусно. А, давай. Опа. А ты чё? Да ты чё? Да ты чё? Ты чё такой не убиваешь? Да ты чё? Да ты чё? Дебил тупой. Давай. Да я знаю, где ты. Найс. О, как чутко прилетело, обалдеть. Без дамага. Не дамага. Ну, блин, это сейчас плохо было. Полчаса уже, так сказать, записываем видео. Ну, а загружаться оно будет бесконечность. Так, все, давайте. Hello. А чё, куда побежали? Я бог прострелов, поэтому. Обалдеть такой. Я вообще, у меня мизерная просто была, так сказать. Это щель, чтобы его просто. А, ну, я же тебя все равно заберу его. Вкусно. Ах ты козел, а? Ну ладно. Сейчас еще посмотрим, кто выиграет. Сейчас он здесь побежит. За мной. А я его с дробаша сниму. Нет, не сниму. Слышали, шум сейчас был, то есть все равно. Обалдеть, фокусы цыганские. А ты где? Он пропал. Он нашелся. Он куда? Да почему? А, если он там, то давайте. Окей, догонялки поиграем. Продамажил? Не-н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 е. Все. Потому что лом здесь просто как РПГ. Серьезно, вот очень жесткое оружие. Хотя это даже не оружие. Что такое? Нормально. Что ж, я такой косой. Еще и убил. Еще убил. Говорит, почему я, когда мало хп, я начинаю убивать? Они мне не больно. Красиво. Пошлите аптечку подберем, не хочется портить этот такой счет. Тем более он ливнул, за мной не побежит.
Ну и патрончики. Для нашего всеми любимого Гаусса. Опа. 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 А! Ну ладно, сейчас посмотрим, кто тут выиграет. Улетаем нахрен. Опа. О, как так-то? Все, спать. Дай ему дам шанс. Шанс хоть что-нибудь сделать. Это суицид уже, все. Суицид. Hello. Hello there. Hello. Какой агрессивный. Я, с твоего позволения, схожу за другу шоу, которого нет. До сих пор живу, капец. А все, а раньше надо было думать. Ха! Ой, здравствуйте. Какой-то токсичный. Что случилось? Что такое? Он поприветствовался со мной. Классно. ХД, да я уже понял. Ждем. Дождались. Ну? Ах ты такой, да? Пока. Мышка не заработает уже все, да. Обосралась мышь. Ну ладно. Быстрее езжай, чё ты стоишь? Гранату в себе под ноги кинул и стоит. А где он? А? Куда потерялся? Опа. Бля, ты чё? Ну блин, попал. Как так-то? Еще один профессионал зашел, Гаусе. А я сливаю. Классно. Ранг не меняется, ну ебаная. А!
Мы играли в игру «Кто кого прострелит». Значит, это самый первый. Я проиграл. Ну почему? Ну как так-то? Все равно убил. Пял, просто пял, просто пял. Запутался, чувак. Я думаю, стоит перезайти. Дайте заново. 45 минут и 26 секунд. Hello. Сколько? Как? Так... Hello? Да, я ручку не успел взять. Меня уже палил. Говно. Тут еще один бог прострел пришел. Бог или полк. Вот это не одобряю. Не-не-не-не-не-не-не. Я думаю. А! Поехали. Ни хрена себе. А я-то все. Какой сейчас? У меня бонихоп бычит. Да меня задолбали эти суициды, ну это капец ведь, а? Капец! Что происходит? Хорошо. Я думаю, стоит пойти сюда. Конечно, стоит. Стой, патроны закончились. По-братски, не убивай. Теперь есть. Куда-то потихонечку куда-то идет. Ага. Знатно пугаю. Здравствуйте. Мысли прострелом работают. Все работает. Так. Опа. Так. Ф.
принципе, ничего нового не произошло, я просто поединулся Гауссом. Собственно, у меня тут все 4 смерти, это из-за Гаусса. Ах, хотел красиво в голову. Ну? Ну? Ну-ка, давайте суицид. С такой дистанции, как в прошлый раз. Ну, игра, конечно, юморист. О чем мы тут флексим? Так, я больше этого суицида совершать не буду. Успел. Сейчас вкусно будет. Кому-то из нас. Они там пока сражаются, я по бани хоплю. Успел. Смог. Ну-ка. Блин. Мне всегда получается джампак сделать. Ой, ну этот залет вообще эпичный. Рано. Рано. Во, красиво. Опа. Ай, блин. Да ладно, мне всего лишь Гауссу взять и все. Дальше справлюсь. Наивный же ты дурачок, а? Побежал, побежал, повезло ему, что я его не убила. Тихо. А вот сейчас вообще не смешно. Давай, давай, давай. Нет! Ай-яй-яй! Вот знаете, вот меня бесит эти моменты, когда не успеваешь, а? Ну как так? Ну я старался. О, как так? Пошел ты в жопу со своим РПГ. Я прям туда улетел. Просто тут. А, нет, дробаш мой. Ха. Hello. Это ж так весело, ё-моё. Куда? Со своим Гауссом. Hello. Hello there. Всё. Ложимся спать. Окей. Это кайф. А, все, конечно. Мяу. Ну ладно, я предлагаю на этом закончить. Тем более у меня все уже. Игра говорит пока. Ого. Почему будет получается тогда, когда не нужно? Я сейчас просто подберу Гаусс и сделаю один килл. А, сейчас. Какие страшные звуки на самом деле. Я пошел под мины мои. Еще я репан.
Голос мой. Давайте. Красивый. Вот, красивый килл за наказание пылесосера. Ну и на этом мы прощаемся. Вот с таким вот видом. Ах, как прекрасно. Красота. Всем пока. Это я крутой стою. Прощаюсь. Всем пока. Я пошел дальше убивать всех зверопаша. Я спать. Все.